привет. Смотрите, какую штуку нам прислали в работу. Один человек решил сделать другу подарок, видимо, друг, бывший бурильщик. И такую балду хочет подарить ему на день рождения в золотом цвете. Выглядит золотой бур. Пришел он к нам в очень ужасном состоянии, был ржавый. Отдали его на пескоструй. Кварцевый песок сделал свое дело, и посмотрите, какой эффект получился. То есть не надо ручками шкурить, а проще всего отдать на пескоструй какую-то железку. Вам ее подготовят. Следующая задача будет нам защитить грунтом. В данном случае ничего выравнивать не будем. Всю структуру, всю рельефность металла мы оставим. Грунт нужен всего лишь для того, чтобы была адгезия лака к металлу. В труднодоступных местах просто будет напыление. Затем делаем выдержку 10-15 минут и будем лакировать. Вот здесь вот встает вопрос, как будет происходить лакировка, так как здесь много таких вот мест неудобных. Поэтому будем эту балду погружать в лак. То есть разведем полстакана либо стакан пивной лака, делаем какой-нибудь крепеж и аккуратненько погрузим полностью в лак. Потом вытащим, все лишнее оно утекет и вот в таком виде высушим. Вот дальше будем металлизировать. В процессе работы мы обязательно вам покажем, как будет происходить работа, ну и, соответственно, что у нас в итоге получится. Едем дальше. Ярко выглядит, сочно, золото получилось довольно-таки реалистичное. Сложностей никаких не возникло. На мой взгляд, очень хороший подарок, очень хорошая работа получилась. Данную работу сделали на установке старт. То есть, если кого-то заинтересует данная технология, в описании снизу будет ссылка. Приходите на сайт, смотрите условия. На самом деле обучение недорого стоит, можно пройти и обучение, не покупая оборудование. У этой технологии есть будущее, так как люди обращаются с разными задачами, то есть не каждый маляр сможет сделать такую работу. Приезжайте к нам на обучение, у нас вы можете научиться двум технологиям, это химическая металлизация и аквапечать. Данная технология очень востребована, мы вас научим, как делать красивые вещи. Всем спасибо за внимание, кто досмотрел это видео до конца, обязательно поставьте лайк. Пишите в комментариях, что вам понравилось.